Девочки, здравствуйте! Сегодня будет обзор пластины Николь Дайри номер 206. Я продолжаю болеть, у меня низкий голос, у меня заложен нос, не обращайте внимания. Надеюсь, нам это не помешает. Пластина очень интересная. Здесь текст и растения. Практически все рисунки можно разукрасить. Мы сегодня этим и займемся, кроме двух. Вот этого и вот этого. Здесь нечего разукрасить, здесь сплошной рисунок. А остальные мы все по чуть-чуть да разукрасим. Я сделаю сегодня все 16 рисунков. Я уже подготовила типсы с липким слоем. По 4 рисунка будем делать. Так, в 4 подхода. Значит, вот здесь вот 2 так разукрашивать не надо, так вообще легко. А остальные придется потрудиться. Но здесь, в общем, ничего сложного. Очень необычная пластина. Посмотрите, какая красивая, с текстом. Текст это просто супер. Классно смотрится. Давайте сейчас. Оп, 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 оп. Вот так вот. Текст. Вот она, красавица моя. Выкидываем. Так, ну начнем, я думаю, по порядочку. Тут совсем тонкий рисунок, здесь можно голуби разукрасить, здесь а-ля ромашки, здесь тюльпан, здесь бабочка. Посмотрите, ландыши, рябина, обалдеть. Так, я сейчас проверю, подождите, вот этот не разукрашивается, этот тоже не разукрашивается. Значит, у нас получается 3 рисунка мы разукрашивать не будем, а остальные будем, да? Получается, это сколько у нас? 8. Здесь 8, здесь 16, минус 3. 13 рисунков разукрасим, 13 не разукрасим. Ну, ничего страшного, зато красиво. Хотя нет, подождите. Я здесь разукрашу буковки today. Нет, я здесь разукрашу. Я здесь все разукрашу. Значит, только вот эти 2. Так, ладно. Долго болтаем, давайте начнем. Так, девочки, ну что, давайте будем по порядку делать. 4 рисунка. Я взяла самые длинные типсы, которые у меня были, потому что рисунок большой, как раз для моих ноготочков. Хотелось мне отпечатать по максимуму, что обычно в обзорах я использую среднюю длину типс. Их еще поискать надо, в основном продаются большие. Я люблю средние, чтобы более универсально смотрелось для всех. Но сегодня решила, еле их нашла, эти длинные, потому что я их в обзорах вообще не использую. Вот. Посмотрите, как красиво. Тонкая, тонкая роспись. И самое главное, это то, что Николь Дайри отпечатался. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, потому что вы знаете. Вы знаете, что такое пластины от Николь Дайри. Это может быть неприятный сюрприз. Вот только у одного продавца сейчас есть эта пластина. Но я, по крайней мере, нашла у одного, у которого я брала, уже он не продается. И это странно, потому что очень красивая пластина. И то на момент выхода, может быть, и там не будет продаваться. Но это будет вообще... странно, потому что ну, очень хорошая. Посмотрите, как хорошо отпечатывает. Голубь мира и текст. Я даже вот аналогов таких не видела. Я видела отдельно текст, отдельно. Вообще-то все время направо хочу руку сделать, а у меня слева ацетон стоит. Даже таких аналогов я не видела. Странно, что они их... То ли вообще решили не... выпускать, то ли их просто раскупили, не знаю. Номер 206. На остатках, может, где-то лежит. Очень интересно. Знаете, только вот на безымянный пальчик вот сделал, и все. Сейчас спокойно могу показывать, потому что мне нужно, чтобы он идеально высох. Вот X-Nail, вообще лак долго сохнет, поэтому особенно черный.
мы не торопимся даже специально. Я по 4 рисуночка буду делать, чтобы нам с вами, во-первых, чтобы нам все не пропустить. И у меня штампов больше нет, у меня всего 6 штампов. По 4 будем делать. Я решила по 4. Так. Отличненько. Здесь в каждом рисуночке есть что чуть-чуть разукрасить, да? Здесь бабочка. Но и то, знаете, в бабочке какие-то рисунки вмонтированы. Тут вам плохо будет видно, что штамп непрозрачный, ну как, полупрозрачный. Все. Значит, я жду, когда все высохнет, буквально секунд 15. И будем разукрашивать. Сейчас я посмотрю, как мы... Ну, тюльпан я точно буду красным, девочки. Это к гадалке не ходи. Листочки зеленые. Голубь белый. Ромашки. Ну, это тут а-ля ромашки. Сделаем желтые. Здесь какой-то просто... Здесь вообще мало разукрашу, здесь только листики полые. Ну, сделаем какие-нибудь салатовые листики, зелено-салатовые, да? И бабочку. Здесь не так много места для разукрашивания. Здесь какой-то рисунок, да? Ой, можно, господи, да что угодно, любой цвет взять. Сейчас посмотрим. Можно что-то и металлизированное посмотреть. Сейчас я решу. Или какой-то... лиловый. Сейчас я подумаю. Все же все сохнет. Сейчас приступлю. Тут особо, в принципе, не так уж и много раскрашивать. Но тут самый большой рисунок – это тюльпан. Вот. Сейчас я быстренько раскрашу. Липкий слой уже у меня есть. И мы с вами перенесем рисуночки. Все, девочки, я закончила. Сейчас покажу. Тюльпанчик. Тут у нас голубь. Надеюсь, что там хоть что-то видно. Так. Ну, тут вообще ничего не видно. Тут бабочка. Сейчас, когда перенесем, будет понятно. Сейчас... Типсы у меня салатовые, большие. Видите, какие большие типсы. Обычно я, знаете, какие использую? Сейчас покажу. Чтобы вы понимали соотношение. Обычно в обзорах я использую вот такие типсы. Чтобы вы поняли разницу, девочки. Вот когда вы заказываете типсы, вам 99% придут вот эти. Вот эти еще надо поискать. Мне они больше нравятся. Для обзора более... Мне кажется, у кого-то длинные, у кого-то маленькие. Вот средние, они как бы идеальные. Но для этой пластины надо вот эти длинные, чтобы максимально увидеть рисунок. Видите, все влезло. Тут самый короткий, это вот это. Потому что он сделал над надписью Николь Дарью. Они два рисунка... Самые короткие. Остальные все длинные. Тут тоже чуть покороче. Так. Сейчас, когда топом покрою, все соединится. Вот вообще отлично. Угу. Замечательно. Хорошо, что я про них вспомнила. Они прям созданы для этой пластины. Читается весь текст, мне нравится. Девочки, голос у меня, конечно, это что-то с чем-то. Я не могу привыкнуть. Так сиплю. Я-то обычно такая звонкая, громкая.
Красота! Все, покрываю топом, покажу вам сейчас поближе. Так, девочки, покрыла топом. Посмотрите, что получилось. Вот тюльпанчик мне нравится больше всего. Вот такие симпатичные рисуночки. Идем дальше. Я думаю, что будем по порядку делать вот эти четыре, чтобы нам с вами не запутаться. Здесь у нас рябина. Это кала, вот этот цветок кала, как это называется, забыла. Ландыши. И еще рябина такая более крупная. Так, здесь цифра 5. Это хорошо, потому что я родилась 5 мая 0505. Я люблю цифру 5. Угу. Голос совсем осип. Чем больше с вами болтает, тем он быстрее садится. Надо молчать, а не видео снимать. Я, наверное, при монтаже там с ума сойду с этим голосом. Хорошо певицей не работаю, то бы все. Так. Смотрите, как симпатично. Какой симпатичный, да? Ландыши, ландыши. Ну, ландыши буду белым разукрашивать. Конечно же. Так. Так, раз, два, еще вот эти два. Угу. Я люблю разукрашивать, девочки. А вы любите? Нет, успокаивает. Сидишь себе тихонечко, никого не трогаешь. Красиво. Так. Так, так, так. Вот это тоже похоже на рябину, но более крупная. Наверное, сделаю ее не красной, чтобы одинаковых рисунков не было. Например, какой-нибудь, не знаю, каким-нибудь винным цветом таким красивым. Сейчас найду что-нибудь. Вот у меня голос, я не могу. Мне надо вообще молчать. Так, девочки, плохо перенесла. Я прошу прощения. Не, я, конечно, могу молча сделать, но мне как-то так непривычно молчать в кадре. Че, буду молчать, что ли? Главное, в конце не потерять голос окончательно. Угу. О, отлично. Сейчас хорошо. Очень красивый вот этот рисунок просто. Такой текст здесь, знаете... Внизу как будто как японские иероглифы, наверху тоже. Мне нравится. Этот мне очень нравится. Так, все. Сейчас подсохнет 30 секунд, буду разукрашивать. Так, девочки, все получилось. Посмотрите, как красиво. Рябинушка. Цветочек. Боже, покажись. Тут ничего не понятно. Тут вот так покажу. Пик. Самый мой любимый момент. Опа. На бежевом фоне вообще классно. Текст смотрится. Где он? Так, стоп.
хороший размер типс. Весь, видите, ничего не остается. Весь рисунок переносится. Замечательно. То, что я хотела. Так. А я правильно делаю? Подождите, тюльпанчик. Ой, господи, тюльпанчик совсем уже. Так. Я долго испугалась, что вниз надо. Это просто супер. Вот на бежевом фоне прям на конфетка. Сейчас топом покрою, покажу вам поближе. Все, девочки, покрыла топом. Посмотрите, как красиво на бежевом фоне. Текст просто обалденно смотрится на бежевом. Очень симпатично. Так, идем дальше. Так, мы переходим на второй ряд. Здесь два рисунка у нас не разукрашиваются. Я их просто сейчас перенесу. Отдохну от разукрашивания. А потом вот эти два разукрашу. Так. Просто чисто текст черным. Опа. Николь Дарис сегодня радует своим качеством. Ту-ту. Сегодня без... Ну, не сегодня, сейчас без разукрашивания, просто текст. Текст с ромашками на голубом фоне, тоже симпатично. Текст. И вот это. Я хочу все рисунки сделать. Все 16. Вот максимальный обзор пластины. Мы не ленимся. Оп. Здесь классно, здесь можно использовать этот текст в других с другими пластинами. То есть пластина в этом плане крутая. Можно брать отдельные строчки. Вот видите, coffee time, например, взять только вот так, coffee time. Понимаете, здесь вот год, число, да? То есть, не знаю, мне кажется, классная пластина, конечно. Вот два текста. Без росписи. Отложим пока. И два сделаем под раскрашивание. Надо мне новые уже заказать. Зефирочки. Здесь у нас желуди, такая осенняя тематика. Угу. Вот желуди, видите, два желудя. Угу. Давайте поближе покажем. Хотя даже можно так. Вот желуди. Кто искал желуди, имейте в виду. В общем, эти рисунки можно разбирать по частям. Сейчас я вам покажу. Сейчас покажу. Что я тут далеко пластину убирать не буду. Может пригодиться. Цветочки. Видите, даже этот рисунок. Вот здесь сверху букет. Можно отдельно сделать. Можно отдельно взять только текст с рамочкой. Вот смотрите. Да, здесь, допустим, есть печать. Ее можно взять, тоже взять отдельно, да? Вот этот элемент today, сегодня. То есть она по элементам разбита. Это очень удобно. Я думаю, мне это пригодится. Я не буду далеко ее убирать. Пытаюсь запомнить. Да любой элемент, вот этот можно взять, да? Интересная пластина. Вот таких аналогов я не видела.
его, девочки. Посмотрите, как симпатично получилось. Так, желуди. Надо, чтобы все поместилось. Опачки. Ну, как симпатично. На голубом фоне раскрашенный стемпинг. Опа. Так, все, покрываю все четыре топом. Вот, девочки, покрыла топом. Очень симпатично на голубом фоне. Посмотрите, как классно. Осталась последняя четверка. Так, девочки, переходим к последней четверке. Вот эта надпись Today. Разукрашу ее каждую буковку своим цветом. Потому что здесь больше разукрашивать нечего в этом рисунке. Хорошо. Николь Дайри даже... Ой, что-то у меня все чистенько. Николь Дайри сегодня удивляет, приятно удивляет, девочки. Как это мне так повезло. Напишите о вашем опыте. Вам часто попадаются качественные Николь Дайри? Или это чудо из чудес? Я воспринимаю это как чудо. Дизайн это у них всегда хорошее, а вот качество... Не всегда. Причем хоть бы проверяли, да? На предприятии. Но им не до этого. Смотрите, как красиво. Да. Угу. Да, сказала Катя хрипящим голосом. Ой, я не могу. Так. Здесь у нас тоже голуби. Что тут написано? Первое слово вообще не понимаю. Остальное, а нижний happens. Happens. Мистер Смит Грей. Интересно. Ой, здесь. Подложки нет, кстати. Экономит по полной программе. Такой крутой бренд, большой, крупный, да, девочки? Каждый раз думаешь, а повезет ли мне за свои деньги получить качественный товар? Или мне не повезет? Ну, это нормально. Птичка. Красота. Здесь бабочка. И номер 1160. Это какой-то адрес. Не, ну рисунки вообще прикольные, девчонки. Рисунки с этими письмами, да? Смотрите, как красиво. Все, сейчас разукрашу. Так, посмотрите, девочки. Сейчас покажу вам буковки. Тут у нас птичка на чашечке сидит с кофе. Угу. И бабочка. Берем розовые типсы. А все вместе, как это красиво будет смотреться.
не терпится показать вам все вместе, все 16 типс. Оп. Оп. Опачки. Замечательно. Покрывай топом. Посмотрите, девочки, на эту красоту. Веер из писем. Веточки, цветочки, бабочки, ягодки. Ну, просто красота. Вот приятно смотреть в кадр. Неприятно только слышать мой голос. Я просто в шоке. Я надеюсь, что я скоро выздоровлю, что это не навсегда. Ну что, девчонки, пишите обязательно ваше мнение. Очень жаль, что я... Ссылка, по которой я заказывала, сгорела. Я нашла только одного продавца. Надеюсь, что к выходу видео ссылка не сгорит. Но если сгорит сильно, прям уж не расстраивайтесь. Просто полюбуйтесь моим обзором. Пластина, конечно, классная. Если найдете ее в продаже, советую взять. Будем ее использовать. Отдельные элементы с текстами, отдельные элементы с цветочками. Я думаю, она мне еще пригодится. Далеко я и убирать ее не буду. Боже, как красиво смотреть в кадр. Я просто балдею, девчонки. Мне очень нравится. Обязательно напишите ваше мнение. Надеюсь, я была вам полезна. До новых встреч!